Я очень рад вас видеть, сэр. Мы уже приступаем к работе и приходим на вашу презентацию. Хорошо, я сделаю все, что в моих силах. Добро пожаловать в компанию Гарольд. Как вы слышали, я родом из Германии, и половину своей жизни занимался наукой, а вторую половину своей жизни работал журналистом. Писал статьи, книги в течение примерно полутора лет в кинобизнесе. Таким образом, я немного повидал окружающий мир и познакомился со многими-многими различными темами. Так что я немного поднаторел в том, чтобы соединять воедино и понимать более сложные области исследований. Возможно, именно в этом и заключается мое основное качество. А еще я начал заниматься мониторингом окружающей среды, когда был в Норвегии. На самом деле я работал в Норвегии в области электрочувствительности в компании, поставляющей измерительные материалы, подобные этому, и защитные материалы, а также проводящие курсы для людей, которые понимают, что происходит, если кто-то становится электрочувствительным. И когда я был там, меня вроде как попросили посмотреть на химический анализ отмирающих растений и дождевой воды, которая вызвала гибель растений, а также образцы почвы. Потому что фермеры поняли, что в том году они теряют части своего комбайна. Это был 2012 год, но они не знали почему. Так вот, они отправились в лабораторию. А потом получили результаты анализов, но так и не получили их. Они не смогли их прочесть. Они видели значение, но они даже не знали, что должно было быть на этих бумагах. Поэтому они обратились ко мне как к немного сумасшедшему ученому из Германии и попросили о помощи. И с тех пор я работаю над этой темой контрила. И я думаю, что сейчас мы с вами ее рассмотрели. Мне потребовалось довольно много времени, чтобы понять различные, скажем так, стоящие за ней различные повестки дня, потому что это не единая повестка дня. Речь идет не о какой-то одной группе, у которой есть интересы и которая делает что-то для того, чтобы получить то, чего они хотят. Это своего рода луковичная структура, состоящая из разных групп, у которых разные интересы. И чем дольше вы исследуете эту тему, тем больше слоев вы обнаруживаете. Так что сегодня я пытаюсь как бы погрузиться в эту луковичную структуру и попытаться дать вам представление о тех различных задачах, которые стоят за торговлей химическими веществами. Есть две вещи, которые я не собираюсь делать и в которых я действительно хотел бы попросить всех, кто обсуждает эту тему. Не пялиться в небо и не пытаться понять, является ли то, что вы видите, химическим следом или инверсионным следом. Это ни к чему не приведет. Это бесплодная дискуссия, и мы не можем решить эту проблему прямо здесь внизу. Вы не можете тащить эти вещи туда наверх. Вы не можете провести химический анализ. Просто пялиться на них – дело безнадежное. И еще одна вещь, на которую у меня ушло около года, один потерянный год – это разобраться с химическим анализом. На это есть одна причина. Если вы проводите химический анализ, вы берете вещество и разбавляете его кислотами, а затем все, что растворяется в кислоте, может быть проанализировано. И в результате вы получаете значение содержания металлов. Вы не имеете ни малейшего представления о том, сделали ли вы это, о химическом составе, который вы анализировали, или о кристаллической структуре, которую вы анализировали. Потому что все, что растворяется, растворяется, исчезает. И все, что у вас есть, это металл. Вот в чем заключается одна из проблем. Вы на самом деле не видите того, что у вас есть на самом деле. А другая проблема заключается в том, что не все продукты растворимы в кислотах. И на самом деле все основные технологии, которые мы могли бы открыть позже, если бы вы проверили их в лаборатории, оказались полностью устойчивыми к воздействию кислот. Так что у нас нет никаких шансов получить настоящего макоя с помощью химического анализа. Так что эти две вещи я собираюсь полностью опустить, к тому же по причинам, связанным с нехваткой времени. На сегодняшний день я хочу взглянуть на всю картину целиком под другим углом зрения. Вот и все, что я хочу сказать. Если у нас есть кто-то, кто делает что-то в тайне от населения, об этом не пишут в газетах, он не будет говорить об этом публично. В таком случае у вас есть и другая сторона игры. Кто-то пытается разобраться в том, что происходит. А затем появляется это уродливое слово «теория заговора», и человек чувствует себя изолированным. Подойдите поближе к трибуне. Вот сюда, хорошо. Спасибо вам. Я обронил это слово извините если вы столкнулись с тем что возможно являетесь сторонником теории заговора, то это вызывает у вас какие-то эмоции никто не хочет стоять вне общества никто не хочет быть странным парнем так что это по сути уродливый аргумент который используется для того чтобы заставить людей заткнуться. Так что с этим можно бороться с помощью нескольких очень очень иррациональных, а просто умных ходов. clever uh, moves Мы хотим поговорить о химических следах. Итак, первый вопрос, который приходит мне в голову, заключается в следующем. Откуда взялось это слово? И это вопрос, который выходит за рамки теории, потому что вы можете выяснить, откуда взялось это слово. И оно исходит от солдат армии США, в основном военно-воздушных сил США, которые ввели это слово в английский язык. Потому что они сидели в Академии военно-воздушных сил США, посещая занятия по нахимическом факультете. И одно из этих занятий — это занятие по химическому следу. Именно на этом занятии, когда вы учитесь в этом университете, вы учитесь тому, как создавать химические следы. Это никак не касается вопроса о том, существуют ли химические следы в небе или нет. Единственное, на что мы можем ответить, посмотрев на этот класс химических следов, это то, что мы видим, что это военная технология. Мы не знаем, применяется ли она на практике или нет, но мы можем изучить эту технологию, потому что она преподается в университете. К тому же эту рукопись немного трудно читать. В ней примерно 260 страниц с круговым описанием. И в основном это экзаменационные анкеты. Так что в ней нет ни одного ответа. Но зато есть тысячи вопросов. И когда вы берете эту рукопись и отвечаете на все вопросы этих экзаменов, вы накапливаете необходимые знания. И на основе этих знаний, как при сборке пазла, вы можете спроектировать, что такое химический трейлинг. И в основном мы занимаемся такими темами, как нанесение алюминиевого покрытия на пластиковые поверхности. Это большая проблема а также синтезом нейлона, особенно нейлоновых волокон. Это одна из частей курса по химическому анализу. И если вы хотите знать, для чего это нужно, то есть одно военное применение, которое называется спрей подделки. Это нейлоновые волокна с алюминиевым покрытием, которые используются для сокрытия самолетов от радарного обнаружения. В этом нет большого секрета. Государственные власти официально признают, что во время некоторых маневров НАТО в небе они используют эти жуткие аэрозоли для тренировки по сокрытию самолетов. Так вот это как раз та сила, которая описана в этой рукописи. Вторая половина книги немного сложнее читается и подается анализу. Это очень и очень похоже на то, что речь идет о пиролизе распылением, который представляет собой получение кристаллических наночастиц в процессе горения. Именно это и делается в промышленности, когда вы хотите произвести определенные типы наночастиц. Это очень дешевый, очень эффективный способ получения наночастиц. И в промышленности, и в этой рукописи есть два способа получения наночастиц. Один из вариантов заключается в том, что вы берете соли металлов, которые можно растворить в воде, а затем пропускаете эту воду через ультразвуковое сопло, которое как бы превращает ее в миллионы очень-очень маленьких капелек. И вот эти капельки попадают в пламя. А затем вода испаряется, и содержание соли в маленькой капельке образует небольшую частицу пыли. И если пламя будет достаточно горячим, она в конце концов расплавится и перекристаллизуется. И в зависимости от температуры и размеров капель, вы можете создавать как кристаллические частицы, так и аморфные частицы. Это одна из возможностей, которая находится в пределах диапазона пиролиза распыления. Другая возможность заключается не в использовании воды, а в непосредственном использовании горючих жидкостей, таких как метан или что-то еще. Я думаю, что метан является в вооруженных силах США первым вариантом выбора. И к тому же вам даже не понадобится вторичная ультразвуковая насадка. Вы можете использовать ультразвуковые насадки, которые создают пар, сгорающий в реактивном двигателе. Так что это в основном и есть те химические и технические знания, которые преподаются на занятиях по химическому трейлу. Таким образом, мы получаем общее представление о том, в чем заключается суть этой технологии. Мы до сих пор не знаем, используется ли она регулярно, используется ли иногда, предназначена ли это для военного времени, а в мирное время никто даже не прикасается к этим технологиям. Мы только что кое-что узнали об этой технологии. Теперь, когда вы видите, насколько успешным является такой взгляд на вещи, мы ответили на множество вопросов, которые другие люди искали, обсуждали, обсуждали годами, и не пришли ни к каким плодотворным выводам. В этом есть что-то очень-очень разумное. Если у вас есть кто-то, у кого могут быть планы, о которых он не хочет, чтобы вы знали, то очень хорошо было бы побывать в тех местах, где эти люди находятся наедине друг с другом и поговорить о том, чем они занимаются. Тогда вы сможете выслушать их и понять, что они планируют. На самом деле другого способа выяснить, что происходит, просто нет. Поэтому я начал интересоваться внутренними документами некоторых агентств. И тут произошла одна глупая ошибка, допущенная некоторыми сетевыми специалистами НАСА. Они опубликовали внутренний документ, посвященный этому вопросу. Я думаю, что примерно 1215 лет назад этот документ был засекречен. И в течение двух дней он появлялся в открытом доступе на главном веб-сайте НАСА. И некоторые люди просто случайно нашли его и скопировали статью. И с тех пор, собственно говоря, эта статья стала общественным достоянием. Она время от времени выходит в свет. Люди то и дело обсуждают ее. Это совсем не похоже на текст, в котором дается полное описание того, что они делают. По сути дела, это всего лишь программа PowerPoint, в которой отображаются определенные основные термины. Перед вами статья в оригинальном виде, и название у нее немного забавное. Речь идет о будущих стратегических вопросах ведения войны в будущем. И они проецируют эту статью на 2025 год так, как будто говорят о технологиях будущего. А затем у вас появляется очень большой и очень маленький подзаголовок «Будущее наступило прямо сейчас». Так вот, я немного сбит с толку. Это произойдет сейчас или через 1520 лет. Если вы углубитесь в суть дела до конца, то обнаружите целый ряд вызывающих раздражение утверждений. Вот это как бы вторая страница, маленькая сверху. Речь идет о ботах, болотах и людях. Добро пожаловать в будущее. Боты — это сокращенное название наноботов, наноработов. Болото — это термин, пришедший из прошлого. Из Звездных войн. Нет, это не Звездные войны. Это съемки фильма ⁇ Звездный путь ⁇ Это биологический вид, который ассимилирует другие виды, превращая их наполовину в компьютеры, наполовину в существа. А также люди, я предполагаю, что они имеют в виду самих себя, тех, кто не подвержен влиянию этих игр и впоследствии управляет всем происходящим. И они просто называют ряд технологий, которые будут использованы в будущих войнах. И при этом они прямо заявляют, что война будущего не будет вестись между странами. Они рассчитывают на то, что у них будет мировое правительство. Таким образом, война, происходящая на этой планете, будет вестись между правительством и нормальными людьми. И для этого совершенно другого типа войны потребуется совершенно другое оружие. А затем они перечисляют все эти виды оружия. И есть определенные вещи, которые решаются для них на наноуровне, на уровне наночастиц сенсорных роев. Если у вас в воздухе есть наночастицы, то это целый рой. К тому же в нем есть умная пыль. Именно об этом мы узнаем позже в подробностях, которые мы обнаружили в окружающей среде. Нанометки — это предметы, которые помещаются в человеческое тело для того, чтобы дать им возможность отслеживать вас каждую секунду и считывать, о чем вы думаете и что чувствуете. И еще кое-что, что не объяснено в этой статье, они называют кооптированными насекомыми, что бы это ни было. Я просто хочу отметить в этот момент, что это есть в их статье, потому что мы собираемся найти вещи, которые очень сильно напомнят нам об этих словах. В этом документе есть и другие моменты, о которых стоит упомянуть. Речь идет об оружии, которое, по всей видимости, является легальным. Речь идет об оружии, которое спрятано где-то в гражданской сфере. Все люди имеют с ним дело, все пользуются им, и одним из них является микроволновая печь. Микроволновая печь используется для мобильных телефонов, она используется для интеллектуальных счетчиков, она используется для беспроводного подключения к локальной сети. К тому же мы окружены микроволновыми печами. И они проникают в наше тело. И мы думаем, что это всего лишь побочный эффект технических применений. Но НАСА классифицирует микроволновую печь как несмертельное оружие, которое, по-видимому, является законным. И они также называют действие этого оружия. Это снижение поведенческих характеристик, размеров, грубое изменение функций мозга, увеличение кровотока в мозге на 30-100%, а также смертельные эффекты, которые приходи ко мне в любое время. Так вот, это оружие, применяемое против человечества, о котором НАСА открыто говорит, просто проецируя его в газете. За будущее. И мы попадаемся на эту удочку. Мы считаем, что это очень умно, держать мобильный телефон у себя на голове половину дня. Вот что у них тоже есть. И вот это как раз то, что относится к работе Кары. Это взрывоопасная микропыль, которую можно разумно перемещать по воздуху в определенные районы. Вы можете сконцентрировать ее повышенным образом и сформировать взрывоопасную линзу. А также она может намеренно попадать в человеческие существа, чтобы убить их изнутри. Они говорят, что эта система достаточно умна, чтобы проникать в подземные сооружения вместе с пылью, взрывоопасной пылью, чтобы получить доступ к людям, которые прячутся там внизу. Так вот, по сути, это документ НАСА, который дает своего рода абстрактную картину того, что может быть в воздухе в будущем. Или может быть потому, что будущее за нами уже сейчас, оно может быть поднято в воздух уже сегодня. Следующая возможность выяснить, что происходит, это поговорить со осведомителями. К тому же, в округе не так уж много осведомителей, которые действительно раскрывают важные факты. У нас есть такие люди, как Викиликс, как его зовут. Это Джулиан Сейдж. Если вы посмотрите, кто его адвокат, то увидите, что это тот же самый адвокат, который обслуживает семью Ротшильдов. И к тому же он привлек к себе огромное внимание государственных средств массовой информации. Это было похоже на то, как будто он строил из себя героя, трахая двух светловолосых скандинавских девушек. Какой же он славный парень. А потом он стал всеобщим героем, и тогда ему разрешили говорить об определенных вещах. И если вы точно посмотрите на то, что он высказывал публично, то каким-то образом это служило интересам людей, стоящих у власти. А теперь у нас есть еще один парень из Соединенных Штатов, сотрудник НАСА Сноуден. А чем он занимается? Он говорит нам, что разведывательное сообщество прослушивает телефонные звонки. Я знаю об этом еще с 1920-х годов, что именно так и поступают люди. То тут, то там он опускает некоторые вещи, но на самом деле это совсем не то, что публикуется в основных средствах массовой информации. Но основные средства массовой информации преследуют его, и Путин предлагает ему убежище. Я думаю, что хорошо, я раскрываю и другие вещи, но никто никогда не предлагал мне убежище, и ни одна газета не печатает мою правду. Так что должно быть с этими людьми что-то не так. Но иногда вам попадаются разоблачители, которые не привлекают внимания общественности. К тому же они разносят газеты, и эти газеты в некотором роде интересны. Я хочу упомянуть об одной газете, которую распространяют по всей Германии, потому что она написана на немецком языке. А этот парень был техническим директором института, работавшего над разработкой умной пыли. И к тому же он страдал от рака и ему оставалось жить примерно три или четыре месяца, прежде чем рак убьет его. И он сожалел о том, что натворил в течение своей жизни. Он понял, что деньги, которые он получил за это, на самом деле ничего не стоили, и что поступки, которые он совершал, были не совсем дружелюбными. И он фактически изложил часть технической концепции на бумаге, предоставив достаточной информации, чтобы можно было доказать, что она существует. И то, что он описал, в основном основывалось на том, что возможно в этом что-то есть. Эта книга предназначена не для этой аудитории. Это то, что должно быть адресовано разведывательному сообществу, которое наверняка тоже будет слушать эту лекцию. Проект называется по-немецки Рабеной. В переводе это будет звучать как ворон Ной, так что вы должны знать, что мы знаем, чем вы занимаетесь. И еще этот парень рассказал об этом проекте несколько вещей, о которых не знают даже участники проекта. И именно это послание сейчас направляется разведывательному сообществу, потому что вы должны знать, что именно не так в этом проекте. Так вот, то, что он сделал, это то, что он говорит о генной инженерии. И прежде всего я хотел бы упомянуть о нескольких вещах, о которых он упоминал. Я хотел бы дать вам общее представление о возможностях генной инженерии, которые широко известны общественности. Не всем это известно, но это является общественным достоянием. Таким образом, с помощью генной инженерии вы можете создать ДНК, которая представляет собой полную генетическую информацию, как она содержится в клетке. А еще вы можете разделить эту штуку пополам и получить как бы половину структуры, только с одной ее стороны, спираль. А вот это и есть РНК. И в генной инженерии очень разумно использовать РНК, потому что она обладает полной функциональностью, но при этом не портит следующее поколение. Так что это именно то, над чем им действительно нравится работать, потому что вы можете манипулировать ими, не разрушая и не рискуя будущим. Если вы посмотрите на ДНК и РНК, то увидите, что они выполняют целый ряд различных функций. Одна из функций заключается в том, что эти фрагменты РНК и ДНК излучают свет определенных качеств. Между этим есть какая-то связь. Это называется аптогенетикой, целой областью научных исследований. И это учение о том, как генетика производит биофотоны и создает световое тело в виде луча. Это своего рода план, который управляет формированием форм в морфогенетическом поле, придающим нам ту структуру, которой мы являемся. Так что все это делается с помощью этой ДНК. А если вы синтезируете ДНК, то сегодня это можно сделать с помощью печати. Вы записываете код, который хотите создать, и он поступает в печатную машину для ДНК или РНК. Таким образом, вы можете определить каждую отдельную пару оснований структуры и распечатать ее. Так вот, они занимаются одной из областей эптогенетики, изобретением и производством маленьких фрагментов РНК, ДНК, которые излучают свет. Вот в чем заключается вторая задача. И вторая естественная функция ДНК заключается в производстве веществ. Эти части ДНК продуцируют РНК, РНК продуцирует белки, а белки начинают накапливать материю, из которой состоит организм. А также такие же целебные вещества и яды, которые могут вырабатываться клетками. И это одна из функций, заложенных в определенном участке этой ДНК. Так, вот именно об этом они и говорят. Есть такое лекарство, как, например, артемизин. Извлечение его из растения обходится очень и очень дорого. Поэтому они просто извлекают небольшую часть генетической информации, которая содержится в этом веществе и вводят ее в некоторые микробы, а затем могут создавать артемизин в больших количествах. Вот это и есть лекарство, вот как оно действует. Таким образом, у нас есть устройство, производящее свет, и у нас есть устройство, производящее вещества. А кроме того, перед нами открывается новая область исследований. Они понимают, что пары оснований могут быть соединены в цепочку таким образом, чтобы она функционировала как компьютер, как логический элемент. Вот и все. Если вы представите себе это наглядно, то это похоже на старый метод работы с телефонами, когда вы набирали номер с помощью звука. Каждая базовая пара имеет свою резонансную частоту. Она находится где-то в терагерцевом диапазоне. И если вы нажмете на правильную частоту, она откроется как проводник. Это светопроводящий блок. И если у вас есть цепочка из этих басовых пар, которые реагируют на разные частоты, вам нужна последовательность звуков, чтобы открыть все фрагменты, чтобы сделать все это дирижированным. Вот так все и происходит. А затем активируется следующая часть генетической системы, которая либо производит свет, либо производит яд. И это нечто прекрасное с точки зрения их мировоззрения. Потому что если вы ведете эту РНК или ДНК в человеческое тело, вы можете как бы принять радиусный сигнал и активировать его извне, чтобы производить любое вещество, которое вы хотите, или производить любой свет, который вы хотите. Свет это и есть эмоция. Свет это и есть мысль. Свет это все, что у нас есть. Все, что мы воспринимаем как переживание самих себя. И эта субстанция может делать с нами все, что угодно. Она может медленно отравлять нас. Она может убить нас немедленно. И к тому же эта система управляется с помощью радиочастот без риска того, что она сработает без того, чтобы кто-то захотел ее обмануть. И этот парень сказал, на самом деле мы знаем, что выставлять это на всеобщее обозрение опасно, поэтому мы так и поступим. Об этом писали в газетах. Поэтому мы ввели код деактивации, похожий на строку звуков, которая полностью выводит систему из строя, чтобы другие сущности не могли ею злоупотреблять. Вот что он сказал. И еще он сказал, что эта штука находится в воздухе в Европе с 2003 года. И еще он сказал, что Вторая война, последняя война в Ираке, была проведена только для того, чтобы протестировать эту систему. Это была единственная реальная причина начала войны. Именно это он и хотел нам сказать, или с моей точки зрения самое важное. Затем он сказал несколько слов в сторону, которые я счел очень и очень важными. Я не думаю, что он это сделал. Он сказал, что они потратили полгода и 10 миллиардов долларов на оптимизацию топологии кластера. И это то, что я думаю никому здесь ни о чем не говорит, но если вы интересуетесь этой темой, если это похоже на заражение вирусом, и вы хотите занести вирус в человеческое существо, чтобы если они заразятся этим вирусом, то топология кластера не представляет никакого интереса. Вам нужно подумать о топологии кластеров, если вы хотите, чтобы эти кластеры, РНК или ДНК, несли в себе интеллект, душу, искусственную форму жизни. Тогда в этом есть смысл. И если вы представите себе вот это, мы заражены этой РНК, и РНК образует кластер размером в 1 мм на расстоянии 1 мм вокруг нас. И такой кластер, как этот, способен нести в себе компьютерную программу или искусственную нефизическую структуру или существо. Эта структура может проникать не только сквозь поле, но и внутрь нас самих. И эта структура знает, как получить доступ к производству света, а также знает, как получить доступ к производству ядов. Кроме того, она сама по себе обладает интеллектом и обладает способностью принимать решения. Это то, что просто подразумевается, подразумевается тем фактом, что он сказал, что нам необходимо оптимизировать топологию кластера. Это немного заходит слишком далеко. В этом есть немного спекуляций, но это дает мне своего рода пусковой момент, когда я слышу слово «умная пыль». У меня такое чувство, что это каким-то образом связано со способностью этих оптимизированных кластерных топологий передавать интеллект и принимать собственные решения. Если хотите, вот и все. Так что в основном мы просто смотрим на те места, где эти люди находятся между собой и слушаем некоторых людей, которые высказывались ранее, не умерли. И вот еще о чем я хочу сейчас упомянуть. Это мое обращение к разведывательному сообществу. Я закоренелый ученый, но я действительно ценю те возможности, которые таятся в духовном мире. И у меня было так много открытых вопросов к этому разоблачителю, что я решил обратиться к даме, которая может разговаривать с умершими людьми. И при этом я совершенно не информировал ее ни об этой теме, ни о тех вопросах, которые у меня возникли. Я просто спросил ее, можете ли вы узнать, желает ли душа появиться на сеансе? И он тут же оказался рядом и сразу же заговорил с ней. Она даже не подозревала об этой теме разговора. Она не знала ответа на мои вопросы. Я только что сказал ей, что хотел бы, чтобы этот парень сидел передо мной. И он сразу же начал говорить через нее и сказал, а, это инопланетная технология. Это не человеческая технология. И к тому же нас одурачили. Никакого кода деактивации не существует. Его просто не существует. Это просто крупная афера, которую они как бы предложили нам чтобы мы думали, что можем контролировать систему. Но это инопланетная технология, и она больше не подается контролю с нашей стороны. И именно об этом я хотел бы сообщить разведывательному сообществу. Они замешаны в крупном мошенничестве и не контролируют всю систему. Они верят, что контролируют ее, но это не так. Хорошо, хорошо. Это касается разоблачения, а теперь мы переходим к тому, что мы действительно, действительно, действительно можем увидеть в лаборатории. А если вы сделаете еще один шаг назад к химическому анализу, то обнаружите те элементы, которые вы обнаружите. С одной стороны, у вас есть вот такой тип отпечатков пальцев. Вы обнаружите барий, стронций, титан и алюминий. Везде, где погибают растения, именно эти металлы можно найти, скажем так, при небольшой передозировке в большем количестве, чем должно быть в природе. Если вы сейчас проверите токсикологию, то это даже близко не соответствует количеству тяжелых металлов, которые природа может принять без страданий. Если вы оглянетесь назад на времена кислотных дождей, то увидите, что в почву попало в тысячу раз больше тяжелых металлов, поступающих в растительную систему. Если вы оглянетесь назад на период промышленной революции, у нас не было фильтров, сжигающих уголь изо всех сил. Это были те времена, когда Лондон был погребен под густым дымом. У нас в системе было гораздо больше, в тысячу раз больше тяжелых металлов, чем сегодня. И при этом ничего серьезного не произошло. Так что в этот момент нам пришлось приступить к оптическому анализу, микроскопическому анализу частиц, которые мы обнаружили под дождем, что очень сложно. Потому что нужно взять тысячи образцов. Фотографии и образцы должны быть удачливыми, если у вас есть один образец, который дает вам чистую долю одного компонента. Если у вас есть вся смесь целиком, вы ничего не увидите. И поэтому то, что я сейчас покажу, в основном основано на работе парня из Германии, который провел 3 года, 4 года, 5 лет по 6 часов в день перед микроскопом, чтобы выяснить, что же это такое под дождем. А еще один из компонентов представляет собой пьезоэлектрический нанокристалл. Это своего рода чистый образец этой штуковины. Вы можете видеть, что она обладает каким-то магнетизмом, который заставляет маленькие частицы соединяться друг с другом подобно магнитам, что является одним из аспектов этих пьезоэлектрических свойств. И что самое удивительное, если разобраться, то пьезоэлектрических свойств можно было бы ожидать от титаната бария стронция, который является своего рода отпечаток пальца. Именно барий титан с тронцей мы и ищем. Но в нем нет никакого алюминия. Но три из этих элементов содержатся в этом пьезоэлектрическом кристалле. И мы можем видеть, что это чрезвычайно интересный кристалл, потому что сейчас он представляет собой дождевую каплю, высохшую на кусочке стекла, помещенном под микроскоп. А когда вы снимаете верхний слой, а затем подносите палец вплотную к капле или просто дышите на нее сверху, вы увидите, как появляются определенные эффекты. И я собираюсь вам это показать. Это всего лишь незначительное изменение температуры воздуха и инфракрасного излучения человеческого тела. Таким образом у нас получились высокопроницаемые наночастицы. Их коэффициент преломления в четыре раза выше, чем у алмазов, и если вы посмотрите на это в Википедии, то сможете прочитать там, что они действительно для скалярные приложения, которые могут быть использованы в приложениях, использующих структуры поля, обращенные вспять во времени. applications utilizing time reverse Речь идет о наборе физических данных, которые не являются общественным достоянием. Речь идет о скалярной физике. Но даже в Википедии она упоминается как одна из частиц, которые могут это делать. Она обладает способностью обрабатывать и обрабатывать скалярные волны. Давайте сформулируем это так. Может быть, это и есть самое простое решение. Именно в этом и заключается причина гибели растений, потому что кристалл обладает высокой прозрачностью, но при этом поглощает ультрафиолетовое излучение. При длине волны 260 нанометров он на 100% непрозрачен и поглощает ультрафиолетовые сигналы. И это именно та частота, на которой растения обрабатывают импульс клеточного деления. Деление клеток происходит при попадании в клетку ультрафиолетового биофотона. Это своего рода спусковой крючок для того, чтобы сказать клетке, пожалуйста, разделитесь на две части. И если у вас есть эти частицы внутри растительной ткани, вы поглощаете все сигналы клеточного деления, и растение перестает расти. На самом деле именно это и вызвало коровье бешенство в 80-х годах прошлого века. Если вы внимательно изучите медицинские исследования, касающиеся коровьего бешенства, то обнаружите, что существует три причины заболеть этим заболеванием. Это недостаток меди в организме, избыток ртути в организме и эти нанокристаллы. И вот что происходит дальше, так это то, что ртуть разрушает нервную систему, разрушая защитные слои на нервах. Что касается меди, то недостаток меди в организме приводит к тому, что отдельные нервы распадаются на цепные части. Это белок, прион, а также медь, белок, прион, медь. Если вы высосите из себя медь, она развалится на куски. Вот как они могут диагностировать псевти, измеряя эти белковые прионовые частицы. А затем происходит нечто очень интересное. Эти белковые прионовые вещества пытаются перестроить нервную систему. Это представляет собой процесс самовосстановления организма. Но если у вас нет меди, вы не сможете перестроить нервную систему. Таким образом, организм усваивает следующие тяжелые металлы, которые у него могут быть в избытке, а именно барий и стронций. Таким образом, он начинает строить нервную систему, основанную на белке прионе бария а это своего рода антенна для улавливания электромагнитных полей. Таким образом, мы перестраиваем нервную систему, чувствительную к электромагнитным полям. Чувствительным становится не только сам нерв, но и нанокристаллы титаната бария стронция, которые выводят барий стронций на поверхность из кристаллической структуры. И новообразованные нервы как бы врастают в кристалл. Таким образом, вы получаете новую точку соединения для нервной системы, которая является пьезоэлектрической. И всякий раз, когда на нее поступает сигнал, она запускает электроны. Таким образом, у вас есть прямой доступ к нервной системе человеческого существа. Вот один из наноботов, с которым вы можете ознакомиться в специальной литературе. Никто не знает, что он на 100% идентичен Ципри коровьем бешенстве и болезни Кройцфельда Якоба. Итак, вот что касается этой частицы. Вы можете увидеть, если заглянете в военную сферу, они используют его для увеличения дальности действия радаров, для превращения неба в оптические линзы и оптические установка зеркала. Вы называете это плазменными антеннами с горизонтальным дрейфом и столбчатыми фокусными линзами, чтобы они могли играть с электромагнитными сигналами и радиосигналами, поворачивая весь воздух плазменные частицы в виде частиц, которые они выводят в управляемый технический блок для направления и перенаправления всевозможных сигналов. Это часть ракетной отрасли, относящейся к военной сфере. Если вы хотите уничтожить российскую ракету, приближающуюся к Лондону, вы просто рассчитываете траекторию полета, а затем активируете плазму и нагреваете ее до 10 градусов. А затем ракета тает в воздухе и взрывается. Вот это и есть тот самый ракетный щит, который у нас есть. И этот щит нужно распылить по всей территории Европы, чтобы он был повсюду так что это военная область. Но, как вы видите, некоторые аспекты этой конкретной плазмы связаны с болезнями и попытками получить доступ к нервной системе человека. Итак, на мониторе снова появляется второе изображение, в котором речь идет не о военных технологиях, а уже о контроле над гражданским населением стран путем доступа к их нервной системе для подачи сигналов. Во втором случае используется оксид алюминия и марганца. Кстати, титанат бария стронция получают методом промышленного перори-за распылением при температуре пламени от 750 до 600 градусов, что идентично температуре пламени в обычных реактивных двигателях. Оксид алюминия также получают методом перори-за распылением при температуре 1700 градусов. Это технология форсажной камеры сгорания. А технология форсажной камеры сгорания в военной области основана на использовании алюминиевого топлива. Таким образом, алюминий уже содержится внутри топлива. Если вы посмотрите на эти частицы, то вот как они выглядят под микроскопом. Форма этих частиц называется усиками. Они похожи на звезду. И к тому же они обладают особой способностью притягивать электроны и удерживать их. Так вот в чем заключается функция этих частиц плазмы в военной области. Титанат бария может быть активирован для выброса электронов, а оксид алюминия удерживает их в течение длительного времени просто для того, чтобы показать, что именно с этими двумя нанокристаллами мы ежедневно сталкиваемся при мониторинге окружающей среды. Это также связано с медицинской проблемой, особенно если речь идет о низкотемпературной форме, когда вы используете не алюминий, а марганец, образуя оксид марганца. Это вызывает симптомы на 100% идентичные симптомам вируса гриппа. И особенно в течение зимнего месяца вы обнаружите много этого в воздухе, когда все люди бегут к врачу, потому что думают, что у них грипп, и они хотят сделать прививку. Я знаю, что в прошлом году в Германии было продано 20 миллионов единиц вакцины. И самое забавное, что если вы спросите их, откуда вы знаете, что люди болеют гриппом, то это будет видно только по симптомам. Мы обследовали шесть человек на молекулярном уровне, чтобы выяснить, какой вид вируса гриппа вызвал это заболевание. За весь этот сезон в Германии пострадали 6 человек. И исходя из этого, мы приводим статистические данные. Так что, по сути дела, это распыляется, вызывает истерию. И это не имеет никакого отношения к вирусу. Обежать а к врачам за прививкой ⁇ это самоубийство. Хорошо следующее, что вы можете обнаружить при мониторинге окружающей среды, это увеличение количества галлонов воды. Да, именно так. Если вы посмотрите на вещества, содержащиеся в вакцине, начиная с ртути, то увидите, что это чистый яд. Начиная с моллюсков, которые вытягивают медь из вашего организма, вы начинаете понимать, что за всем этим кроется какой-то замысел. Вот оно что. Мы все это знаем о скандале с Ци, благодаря одному парню по имени Парди. Он был фермером в Великобритании, у которого была биологическая ферма. И он отказался от обязательной вакцинации своих животных. И ни у кого из его крупного рогатого скота не было ЦГ. Ни у одного из них не было ЦГ только потому, что он отказался от вакцинации. И это произошло как раз в тот момент, когда он проснулся. А 10 месяцев спустя он умер от рака головного мозга просто для того, чтобы ознакомиться со списком микроволнового оружия, приведенным в заявке. Хорошо, в презентации НАСА у нас есть нанометки, которые, по-видимому, предназначены для отслеживания людей, чтобы узнать, где они находятся и о чем думают. Первое публичное, хорошее, подробное публичное описание, было в книге Кары Сент-Луис Форели «Санти», где она говорит, что там есть это распыляемые полые волокна. Самовоспроизводящиеся полые волокна, которые предназначены для того, чтобы как бы считывать световой отпечаток вашей ДНК и преобразовывать его в электромагнитный радиосигнал, который можно обнаружить с помощью спутниковых и наземных станций. Вот каким выводом она пришла, проанализировав информацию, касающуюся сообществ химиотерапевтов в Соединенных Штатах. Она никогда не упоминала имя Маргелоны в своей книге, но если вы посмотрите на этих Маргелонов, кто слышал о болезни Моргелонов? Половина из вас согласна с этим. Давайте просто взглянем на них. Это милые создания. Это немецкий помидор, на который сверху упало немного немецкого дождя. Да, это происходит в режиме реального времени. А теперь понаблюдайте за Маргелоном, что он делает. Он любит население. Он приходит в восторг и пытается подобраться поближе. Я не знаю точно, на что они реагируют, может быть, на инфракрасное излучение. Так вот, по сути дела, это слизистая оболочка определенного вида грибка. А вот этот гриб первый по величине, если вы хотите на него посмотреть, это воздушная косточка. Ни здесь, ни там на нем нет ни единого волокна. Он светится под ультрафиолетовым излучением. Так что если вы возьмете ночью ультрафиолетовую лампу, то сможете увидеть эти волокна в воздухе. А ведь их насчитываются миллиарды. Не каждую ночь, но время от времени. Вы можете видеть, как они летают вокруг вас. А еще эти волокна, эти грибки заражают человеческое тело. И с 90% или 99% людей ничего особенного не происходит. Они просто где-то укоренились, и ваша биология способствует тому, чтобы популяция грибков в вашем организме оставалась на низком уровне. Они просто функционируют как плазмонная антенна для передачи сигнала, но вы от этого не заболеете. Вы не заболеете. Никаких видимых симптомов нет. Таким образом, мы предполагаем, что 100% населения Европы инфицировано. В этом нет ничего страшного. Это не опасно до тех пор, пока организм может справляться с подобными вещами. Некоторые люди просто не могут с этим справиться а затем в организме начинает расти и размножаться мускулатура. И в какой-то момент они извлекаются через кожу. И вы можете видеть, что они обладают такой способностью улавливать цвета. У вас больше галлонов синего цвета, а у красного больше галлонов. И никто не знает, откуда взялись эти цвета, потому что они имеют техническое происхождение. Это не является природным веществом. Так что вы можете увидеть их, когда кожа приоткрывается. Вы можете увидеть их под микроскопом, если сделаете анализ крови. Вы можете увидеть, что кровь заражена. И вы можете позволить им искусственно вырасти в чашке Петри. И если вы посмотрите на них внимательно, то увидите, что они немного сложнее простого гриба. Внутри у них есть что-то вроде органов. В них есть маленькие красные стволовые клетки неизвестного вида, которые также способны к самовоспроизведению. И, по-видимому, они обладают другой структурой. Это похоже на споровое тело. Это похоже на ту единицу, в которой массилум в определенный момент образует гриб, плодовое тело. А затем из плодового тела можно было бы ожидать появления спор для следующего поколения, если это гриб, если это гриб. Так вот это по-видимому и есть защитная оболочка для спор, потому что если вы положите это вещество в чашку Петри, то сможете увидеть как растет следующее поколение. И еще кое-что, что вы обнаружите, теперь становится все более заметным, действительно становится заметным. Это фрагменты кожи насекомого, извлеченные из жертвы моргелона. Так вот, из чего-то же получается вот это. Что-то, вызванное этой болезнью, заставляет части насекомых или насекомых расти внутри человеческого тела. Разве я говорил о кооптированных насекомых, когда у нас был этот документ НАСА? Мы уже приближаемся к цели. Чтобы понять, в чем все это заключается, с первого взгляда можно сказать, что это болезнь, которую следует вылечить. Мы работали над поиском средства для лечения болезни Маргелона. Это очень просто сделать. Вам даже не нужно бороться с Маргелонами. Вам просто нужно восстановить здоровую окружающую среду внутри человеческого организма. Выведите из организма кислоты, выведите тяжелые металлы, вылечите функцию печени, которая раздражается ртутью и которая раздражается нарушенной средой обитания кандиды. Это происходит из-за антибиотиков. Так вот, это относится и к медицинской сфере, это восходит к вакцинациям, к антибиотикам, которые полностью нарушают работу нашей системы. И в конце концов, Маргелон как бы пытается спасти нас от всех ядов, которые находятся внутри нас. Спасите нас от кислот, спасите нас от тяжелых металлов, удерживая их в себе. Именно поэтому организм позволяет им расти. Так что на самом деле это не та болезнь, которая заражает нас с дурными намерениями. Заражены все люди, но у того, у кого в организме слишком много тяжелых металлов, проявятся симптомы. Потому что ему понравится, когда эти грибы размножаются и всасывают в себя все эти тяжелые металлы. А теперь, если вы хотите понять, что стояло за этим, я хочу сказать, что в Гарвардском университете была одна отважная дама, которая провела химический анализ этих волокон в нанолаборатории и она выбросила всего несколько химических формул. Я не собираюсь называть их поименно. И она также проанализировала одноцветные частицы, которые она обнаружила в воздухе, а также цвет, находящийся в воздухе, который затем в определенный момент попадает в мозговую оболочку после того, как он реплицируется в человеческом теле. Итак, мы подходим к концепции самосборки наноботов. Самосборка означает, что вы распыляете волокно, оно размножается, вы распыляете цвет, и внутри человеческого тела этот цвет и волокно крепятся к рабочему блоку. Это и есть, что вы называете самосборкой на набота. Если вы просто возьмете химические формулы этих цветов и ведете их в Google, Произойдет что-то действительно очень забавное. Я обнаружил, что в Берлине есть американская компания, у которой есть что-то вроде дочерней компании в Берлине, и у них есть все патенты, мировые патенты на эти цвета. И если вы посмотрите на их веб-сайт, они очень гордятся тем, что служат медицинскому сообществу с помощью этих жидкостей с квантовыми точками, с эти цвета квантовых точек, сочетаются с другим лабораторным оборудованием, предназначенным в основном для трансгуманистических исследований. А если вы вникнете в суть дела, то у них есть длинный список публикаций о людях, которые покупали их материалы и использовали их в лаборатории. И всякий раз, когда из этих лабораторий выходила какая-нибудь публикация, они просто указывали ее на своем домашнем веб-сайте, чтобы сделать это. По сути, просто для того, чтобы рекламировать свои собственные продукты. И если вы посмотрите на это, то сможете найти все необходимые материалы все, что связано с болезнью маргелонов. Вы обнаружите нечто вроде самособирающихся плазмонных фотонных кристаллов большой площади. Если вы зайдете в эту публикацию, то обнаружите вот эти шестиугольные формы. А если вы поищете нужную функцию, то на самом деле это такая штука, которая собирает радиосигнал и превращает радиочастоту в считываемые ДНК световые импульсы внутри тела. Так вот, это и есть считывающее устройство. Если вы посмотрите туда, то увидите фотонно-кристаллические волокна. Если вы посмотрите, что они делают, то обычно говорят об углеродных нанотрубках, наполненных этими цветами, с этими химическими квантовыми точками. А их функция заключается в том, чтобы собирать свет обрабатываемый ДНК и превращать его в читаемый сигнал. Именно это и описала Карл Сент-Луис в своем романе. И если сложить эти два понятия вместе, то это выходит за рамки романа. Вы получите устройство для чтения и записи данных. Я могу взять одного человека, разозлить его, прочитать его гнев, оцифровать его, поместить на антенну и обратиться к ста людям, которые не сердятся. И если у них есть эта биология в их организме, они испытают точно такое же переживание гнева, которое я зачитал из «Одинокий человек». Так что же мне все-таки нужно? Нужна ли мне арабская весна? Полегче, полегче. Просто внесите немного гнева в систему. Так вот, в основном это те возможности, которые заложены в устройстве чтения записи, таком как магнитофон. Запишите человеческий опыт, общий человеческий опыт человека, и вы сможете определить по цветам, что это включает в себя. Синий цвет – это свет, который мы воспринимаем для мышления, а красный – это свет, который мы воспринимаем для сексуальности. Таким образом, они контролируют наше эго, они контролируют наш разум, и они контролируют нашу сексуальность. И если у кого-то есть сомнения в том, действительно ли это происходит в сети, в системе, что в Соединенных Штатах есть еще одна жертва Маргелона. Она называет себя просто Джен, и вот здесь у нее из кожи торчит один из этих шестиугольных фотонно-плазмонных кристаллов. Она положила его под микроскоп и поймала во время работы. Таким образом, это был первый вид твердых частиц на поверхности. Они не имеют идеальной шестиугольной формы, но вы можете видеть, по крайней мере, углы в определенных точках. Эта штука управляется с помощью микроволновой печи. А теперь рассмотрим еще несколько аспектов этой болезни Маргелона, которые кажутся немного странными. У жертв Маргелона возникает такое ощущение, будто по их телу ползают насекомые. Именно так оно и есть. Иногда эту болезнь называют бредовым паразитозом. И врачи говорят, что это чистое безумие, и обычно они дают людям психофармаку, я думаю, для того, чтобы успокоить людей. Но это тот опыт, которым они делятся друг с другом. И еще одна вещь, которая меня раздражает. У вас есть эти маленькие красные стволовые клетки. А если вы посмотрите на семейство грибов Маргелона, то увидите, что он является близким родственником некоторых микоинсектицидов. И они также обладают этим свойством. Они обучены уничтожать насекомых. Это предназначено для агробизнеса. Так вот, что они делают, так это нападают, скажем, на муху. Они поедают муху изнутри, а затем ассимилируют ДНК мухи и формируют плодовое тело в форме мухи и заставляют глаза мухи или искусственной мухи, псевдоморфной мухи, светиться именно с таким типом искусственного освещения, создаваемого грибком. И это привлекает других мух, которые могут заразиться этим грибком. Так что это именно то, чем наша семья очень любит заниматься. Так вот, я бы ожидал, что эта семья, если она нападет на людей, извлечет человеческую ДНК и сформирует плодовые тела в форме человеческого эмбриона. Потому что это находится внутри изучите биологию этого семейства грибов. Но ведь это приводит к появлению красных стволовых клеток. А морфогенез плодового тела довольно близок к морфогенезу человеческого эмбриона. Но у этой формы есть определенные отличия и определенные свойства, которые не присущи человеку. И особенно одна вещь ⁇ это эти существа в форме эмбриона, у них нет ног, но они заканчиваются вот так на конце, больше похожие, скажем, на насекомые. И у них есть только один глаз, находится посередине головы. А вот этот глаз похож на глаз насекомого, и этот глаз светится, а на верхней части глаза, на этих предметах в форме насекомых, расположены шестиугольные структуры, которые несут споры. И поэтому возникает вопрос, к какому типу видов относится морфогенез этих псевдоморфных грибов? потому что это не относится к человеческому роду. И еще вопрос в том, существует ли какая-то связь между этим видом и тем, что жертвы маргеллона испытывают внутри себя в виде ползающих насекомых. И нам действительно повезло. У нас была возможность поработать еще с одной жертвой галлона, которая обладала способностью удаленного просмотра и могла визуализировать этих существ внутри себя. Его тело. И к счастью он был довольно талантлив в живописи. Поэтому я попросил его дать мне несколько набросков. Так вот он начал рисовать, и у него получалось все лучше и лучше. И последняя картина, которую я получил от него, выглядела примерно так. Итак, у нас есть форма паука. Но у нас довольно высокоразвитое лицо и довольно высокоразвитый характер. И он рисует глаз посередине. Тот самый, который проявляется в морфогенезе гриба ⁇ псевдоморфный. Если вы посмотрите на эти грибы, то увидите, что они извлекаются из нижних отделов кишечника в течение 28-дневного цикла. У вас есть мужская и женская формы, и вы можете найти мужские и женские половые органы. И эти половые органы похожи на паучьи. Я думаю, что это называется луковицеобразным, что-то вроде мешочка, содержащего сперму паука. Вот что вы найдете внутри этих грибов но по клеточной структуре они совсем не похожи на грибы. Похоже, что шаг к следующему поколению – это уже не гриб. Мы постепенно приближаемся к настоящему поколению пауков. Вторая вещь, которую делают эти пауки, когда плодовые тела извлекаются через нижнюю часть кишечника, у некоторых пациентов возникает ощущение, что энергия извлекается из лба. Пульсирующие потоки энергии втекают в нижние отделы кишечника. У меня такое чувство, что все, что рождается там внизу, крадет свет, крадет энергию у человеческого организма, чтобы накопить ее как можно больше. И все это вытекает из моего прошлого. Я много занимался физикой и хорошо знаком с физикой высших измерений. Я знаком с теорией многослойных слоев пространства времени Кейна и многослойных слоев пространства времени. И для меня довольно легко мыслить в помещениях с более высокими измерениями. Тот, кто не разбирается в физике, может обратиться к духовному царству, когда мы говорим, что человечество вот-вот вознесется в высшие сферы. И у нас есть ведическая концепция семи адов и семи небес. Все это полностью идентично многослойным пространственно-временным листам мультипиткина. Так что для меня довольно легко представить себе биологию высших измерений трансмерных существ. И то, что я наблюдаю с этой точки зрения, когда я смотрю на болезнь Маргелона, выглядит так, как будто существо высокого измерения злоупотребляет людьми, чтобы воспроизвести свой собственный вид. И прежде чем эти псевдоморфные плодовые тела покидают тело, они извлекают достаточное количество биофотонов из лба, чтобы подняться в параллельное измерение. И с этого момента они становятся невидимыми. Но они все еще находятся внутри тела. А вот это уже чистая наука в чистом виде. Вот что мы обнаружили в лаборатории, вот что можно объяснить с помощью теории более высоких измерений, но это также относится и к мифологии. Если у вас по телу ползает невидимое существо, пытающееся получить доступ к вашей энергетической системе, это очень близко к тому, что можно было бы назвать демоном или архонтом. И если вы посмотрите на описание этих архонтов 2500-летней давности, описание биологии идентично тому, что эти жертвы Маргелона рисовала картины. Они описываются как пауки с человеческими лицами, и на самом деле это ровно два разных вида, которые являются близкими родственниками, но отличаются друг от друга. И еще описано, что они живут как легкие паразиты. И именно в этом, по сути, и заключается вся традиция черной магии. Быть черным магом означает общаться с этими архонтами и предлагать им доступ к вашей физической световой системе, подпитывать их биофотонами, подпитывать жизненной силой. А взамен они предлагают власть, власть над другими человеческими существами. Именно в этом и заключается суть ритуалов черной магии. Итак, мы начинаем понимать, в чем тут дело. А если вы посмотрите на политические структуры, которые могут быть ответственны за то, чтобы выпустить Маргелонов в воздух, посмотрите на ситуацию в Соединенных Штатах так. У нас у власти находится семья Бушей. Даже если это и не называется Бушем, внутри него все равно есть Буш. И все они являются членами организации Череп и Кости. Звучит довольно мрачно и магически. Если вы посмотрите, как эти люди взаимосвязаны, то следующей темой будет черная слизь. А в Парагвае есть одно большое месторождение черной слизи. И рядом с этим месторождением есть одна деревня. А еще у семьи Буши есть своя большая вилла территория побега. Когда их вышвырнут из Соединенных Штатов, они будут жить там внизу, в этой маленькой деревушке в Парагвае. Один мой друг отправился туда, чтобы взять образцы этой черной слизи из Парагвая, и он понял, что у Ангелы Меркель есть своя вилла по соседству. И эта черная слизи должна быть как-то связана с общением с демонами. Согласно традиции черной магии, эти черные сланцы использовались для общения с демонами. Так что все это взаимосвязано на политическом, научном и мифологическом уровнях. Мы можем получить доступ к черной слизи также по маленьким снимкам, сделанным под микроскопом. Это и есть немецкий дождь. И если вы хотите узнать, что делает эта жидкость, вы можете взглянуть на нее в лаборатории. Когда вы набираете ее в больших количествах, она выглядит вот так. Это жидкий кристалл, представляющий собой жидкий кристалл. Эта жидкость физически самоорганизуется. И в данный момент она находится в состоянии покоя. Она не осознает, что за ней наблюдают, она ведет себя тихо. Иногда, когда ей не нравится, чтобы за ней наблюдали, она может выпрыгнуть из горшка прямо вам в лицо. Если у вас есть двое таких животных в одной комнате, поставьте их на расстоянии пяти метров друг от друга, они пристально смотрят друг на друга, а затем решают, что хотят объединиться а потом они начинают тянуть за собой. Это похоже на магнетизм, но при этом обладает разумным действием. И когда они понимают, что вы удерживаете их внутри сосуда, и они не могут вырваться, они злятся и начинают трясти, трясти сосуд и пытаться пробить стену. Потому что я знаю, что как только они пройдя через них, они могут растечься по земле и объединиться в более крупное целое. Это именно то, что вы можете просто наблюдать в лаборатории и особенно то, что эта жидкость была извлечена из тех черных камней. Это остатки Второй мировой войны, оставшиеся после войны. Мы нашли их в подземном хранилище в Баварии, всего полтонны. Так что мы можем себе представить, что эсэсовцы обработали довольно большую часть этого материала. И я предполагаю, что ребята нашли также технологию извлечения из него нефти. Должно быть, она была изложена там в письменном виде, потому что они успешно проделали это в лаборатории. Если вы посмотрите на эти камни, то увидите краткую историю событий, о которых сообщалось в прежние времена. Если вы посмотрите на книгу Хапа и Лавкрафта, то увидите описание сообществ черной магии в Восточной Европе. У них было что-то вроде скульптур из этого мазутного сланца, и раз в год они отправлялись туда убивать маленьких младенцев, чтобы изгнать демонов из камня, принося в жертву маленьких детей, чтобы общаться и получать услуги от демонов. Вот об этом как раз и упоминалось выше. Если вы углубитесь в историю, вы найдете их в Каабе в Мекке, той же форме сооружения в форме человека, которая описана в ведических письменах как Шива Зелингом, который описан в этом сценарии Лавкрафта, фрагмент которого является частью центрального, это часть Каабы в Мекке. И каждого мусульманина в мире просят хотя бы раз в жизни побывать там и поцеловать этот камень. Если вы вернетесь назад, то найдете их на турецких и римских, греческих и турецких монетах. Вы видите их слева и справа от древа жизни в райском саду. Так вот, соприкосновение с этой черной слизью и стало причиной ухудшения состояния рая. и понять общую концепцию непросто, потому что, когда вы начинаете иметь дело с черной слизью, первое, что вам нужно понять, прежде чем что-либо обретет смысл, это то, что существуют два разных качества. У нас есть жидкая черная слизь. По сути дела, так оно и есть. Она была найдена на южном Фолклендском острове, острове Тула, и именно из-за этого и началась война с Аргентиной, когда мы получили доступ к этой черной жиже. У нас в Мексиканском заливе есть такой тип земной черной жижи. Именно в этом и заключалась суть катастрофы на глубоководном горизонте. Кто-то выпустил торпеду по объекту, уничтожив попытку вытащить черную слизь из матери-земли. И у нас было, по-моему, восемь военных подводных лодок, которые приближались к Третьей мировой войне. И пытались захватить часть этой нефти после того, как был уничтожен глубоководный горизонт. И ни одному гражданскому лицу не разрешалось выходить на пляжи для удаления нефти. И это были всего лишь военнослужащие со специальным снаряжением, полностью защищенные от воздействия этого вещества. Так что это одно из качеств, которое исходит от матери Земли. А кроме того, у вас есть еще вторые качества, которые обнаруживаются в связи с местами падения метеоритов. Если вы посмотрите на объект в Парагвае, то сможете точно увидеть, по какой форме камни разбиты в окружающей среде в результате падения метеорита. Если вы заглянете в арабскую мифологию, то там говорится, что предмет в Каабе в Мекке – это осколок метеорита. И в настоящее время это не направлено против мусульман. Если вы заглянете в купол Петерса в Риме, то увидите большой кусок этого камня под куполом Петерса. А если вы проанализируете все церкви, построенные в средние века в Европе, то увидите, что на каждом алтаре есть черный алтарный камень. И то, что вы чувствуете, входя в церковь, это вовсе не любовь Божья. Это больше похоже на холодный страх. Это и есть резонанс передаваемой структурой церкви, питаемой этим черным камнем в центральной точке. А теперь нам нужно осознать, что у нас есть два качества. Одно качество исходит от внутренней части Земли, а другое из космического пространства и при этом они чувствуют себя совершенно по-разному. Фолклендское черное масло называется Sentinel Oil, потому что оно обладает полной эмпатией. Если вы приближаетесь к этому маслу вплотную, вы приходите в состояние души, полное любви и сочувствия. Если вы окажетесь в непосредственной близости от черной слизи метеорита, ваша сердечная чакра сведется на нет, и вы превратитесь в пустого свободного мудака. После моего первого контакта с камнями, я был так близок к тому, чтобы убить директора отеля, потому что она пожаловалась, что я принял душ. Хотя мне нужно было поспать на улице, у меня не осталось ни одной свободной комнаты, поэтому я переночевал в машине. А утром замерз насмерть и принял душ в комнате друга, у которого была последняя свободная комната и она только что пожаловалась на то, что я принял душ, не спросив разрешения. Я действительно был близок к тому, чтобы убить ее. Вот что эти камни делают с людьми до тех пор, пока они находятся без сознания. А теперь нам нужно понять, вторая вещь, которую нам нужно понять, это то, в чем заключается функция черной слизи. И чтобы понять эту функцию, вам нужно посмотреть на химический состав вещества. Это минеральное масло, в состав которого входит большое количество алхимического золота и иридия, то есть драгоценных металлов в состоянии М. На самом деле оно еще не исследовано. Некоторые люди говорят, что это тип антивещества, который достаточно далек от нашей реальности, чтобы избежать столкновения между материей и антивеществом. Некоторые люди связывают это со сверхпроводящими свойствами вещества. Все, что нам известно так, это то, что золото и уран в таком состоянии материи являются очень важным компонентом биологии. Если вы посмотрите на ДНК, то увидите, что в спирали образуются как бы пустоты и вы можете точно разместить эти одноатомные драгоценные металлы в открытом пространстве. И они в некотором роде действуют как биофотонный аттрактор. Сама ДНК улавливает энергию поля, накапливает ее и повторно отправляет наружу. Но золото и иридий притягивают фотон именно к этому месту. Так вот, по сути дела, именно поэтому мы и стареем. Наш организм способен производить вещество в состоянии метров до тех пор, пока нам не исполнится 18 лет, а затем мы его теряем. А когда материя исчезает, вещество в состоянии М уходит из нашей системы, мы отключаемся от морфического поля, теряем свою форму и стареем. Вот почему египетские жрецы питали себя этой материей в состоянии М, и сообщается, что им удалось получить 800 лет назад, потому что эта функция была неработоспособна. Таким образом, по сути, существует своего рода фрактальное сходство между функцией человеческого существа на уровне света и функцией черной слизи внутри Земли или где бы то ни было. В том смысле, что мы разделены. Мы живем в дуальности, мы одинокие индивидуумы, которые лишь немного отличаются друг от друга. Они связаны друг с другом, взаимосвязаны с помощью разговоров и телепатии, а иногда и с помощью красивой улыбки, которую можно было бы получить в ответ. И к тому же мы как бы приходим и уходим из поколения в поколение. Но способ, которым мы обрабатываем свет, на самом деле такой же, как черная слизь обрабатывает свет, создавая этот забавный тип квантового магнетизма. Это и есть световой эффект. Вот я и пришел к такому выводу. Давайте назовем это теорией, потому что я не могу ее доказать, что по сути жизнь зарождается только внутри планеты, когда вода и ко-2 образуют этот тип черного липкого масла в процессе трансмутации. Мы провели этот процесс в лаборатории. Мы можем воспроизвести его в точности. Вот почему я почти уверен в том, что эта часть изначально образуется из воды и углекислого газа в результате вертикальных движений, потому что мы можем сделать это в лаборатории. А затем этот тип черной слизи в определенный момент покидает пределы Земли и попадает в океаны. Вот это и есть то, что вы называете черным курильщиком на дне океана. И именно здесь, по утверждению геологов, зародилась первая форма жизни. Из-за повторяющихся световых паттернов, эта нефть начинает видоизменяться, и могут быть созданы первые простые формы жизни, которые развивают поколения и отдельных людей. Это похоже на то, как масса масла может разделиться на две капли. Речь идет о процессе индивидуализации, но дело в том, что световой процесс происходит на скалярном уровне. Таким образом, расстояние не имеет никакого значения. Мы можем проникать сквозь материю, не взаимодействуя друг с другом. Так вот, в результате этого возникла моя теория о том, что в основном вся биология на вершине биосферы, на вершине планеты. Взаимосвязана с черной слизью планеты в своего рода зеркальной функции. Все, о чем мы думаем, все, что мы чувствуем, все, что обрабатывается в световом теле человека, отправляется туда. И мы получаем целое фрактальное бессмертное существо в центре Земли, которое знает все, что только можно знать, помнит все, что когда-либо происходило. А вот это, возможно, и есть та самая вещь, которая называется хроникой Акаши. И именно это придает всей биосфере инстинктивный характер. И люди, которые взаимодействуют с этим существом, говорят, что оно является материнским существом. В ней есть все черты материнского существа. Я наблюдаю это много раз, потому что когда вы начинаете иметь дело с черной слизью, вам нужно либо покончить с собой, либо установить с ней контакт. Таким образом, у нас есть много людей, которые имеют такую огромную связь с этим существом на планете и просто забавно, как она иногда реагирует на это. Например, когда кто-то вступает с ней в первый контакт, совершенно взволнованная, она спрашивает, чего вы хотите. И тогда парень говорит, о, я хотел бы повидаться, я хотел бы встретиться. Чего же вы хотите? А потом он сам не знает, почему. У него нет ни вопросов, ни цели. И она говорит, извините, я занят. Приходите снова, когда будете знать, чего вы от меня хотите. Это она и есть. Она очень любящая, но при этом очень прямолинейная. А теперь перейдем к теории. Мы пытаемся понять, в чем дело, когда эта инопланетная черная слизь прибыла на планету. И весьма вероятно, что мы можем установить дату в 80-м году до нашей эры, связанную с разрушением Лемурийского континента. Я бы сказал, что это мягкий источник информации, я бы не назвал это жесткой наукой, но многое, очень многое намекает на это. И люди, у которых есть память о воплощениях в то время, говорят, сообщают, что в тот момент, когда Лемурия рухнула, на нее обрушился рой метеоритов. Сотни из них падают на землю и содержат в себе эту черную слизь. А еще они говорят, что в связи с этими метеоритами произошло вторжение некоего вида, который на самом деле заявил, что они попали в беду и нуждаются в убежище. И попросил людей того времени предоставить им это убежище. И через некоторое время они поняли, что это было мошенничество что они умоляли о помощи, и в тот момент, когда их впустили, они начали манипулировать подсознанием и вергать человечество в уродливое состояние, в том уродливом состоянии, в котором мы находимся до сих пор для того, чтобы иметь возможность контролировать их, а также иметь возможность питаться ими и питаться ими. Так что вот полная история, рассказанная людьми, которые хорошо помнят то время. Воспринимайте это так, как оно есть на самом деле. Некоторые люди верят в реинкарнацию, у некоторых людей сохранилась память о прошлых жизнях. Я нахожу интересным тот факт, что люди, утверждающие, что у них есть память о прошлых жизнях, могут дать мне точную информацию по темам, которые я исследую так вот именно это и дает мне возможность доверием выслушать этих людей. А теперь еще одна вещь, которая становится интересной, когда вы смотрите на различные типы черной слизи, которые называются бинарной жизнью по сравнению с тринарной жизнью. Ощущения от форм черной слизи совершенно разные. Одна из них полна сочувствия, у вас там есть доброе сердце, а другая холодная и лишена сочувствия. Если вы посмотрите на формирующиеся скалярные поля, то увидите, что у вас есть сердце. Как бы сказать, с какого угла взять первое место? Если вы посмотрите на ведическую медицину, то увидите все эти мандалы, показывающие симметрию внутри чакр. Речь идет об угловых соотношениях. У вас могут быть квадраты, у вас может быть шестиугольная структура, двенадцатиугольная структура. Если вы посмотрите на скалярную физику и на то, как скалярные волны создают скалярный потенциал то у вас получится объединение полей под определенными углами. Вы можете добиться объединения электромагнитных полей под углом 90 градусов, 180 градусов, 30 градусов и 60 градусов. А в промежутке между ними вы просто создаете хаос, но никакого порядка и никакого скалярного потенциала. Так что у нас тоже есть эти угловатые вещи, заимствованные из хардкорной науки. А теперь мы снова подходим к микроскопу и видим забавные картинки. Мы видим забавные картинки. Мы видим некое вещество. Я пока не могу дать ему название. Мы этого не делали. У нас есть идея, но пока не ясно, что это за вещество. Но если вы посмотрите на него и на то, что он делает, то увидите волокно объемом более галлоны и наночастицы этого особого типа. И когда вы подносите палец вплотную к волокну объемом более галлона, вся биоэнергия, излучаемая вашим пальцем, преобразуется в прямоугольную форму. Это выглядит так, словно между двумя системами биоэнергетики идет борьба. Один из них имеет прямоугольную и противоположную геометрию, в то время как наша биология находится в системе 3060 градусов. А теперь, если вы посмотрите на концепцию умной пыли, если вы посмотрите на вопрос, как военные заряжают умную пыль скалярным потенциалом, они всегда используют две антенные установки с противоположной волной, чтобы передать скалярную энергию в поле. Это своего рода концепция прямоугольной формы на 180 градусов. И я знаю нескольких людей, которые выступают против этих концепций военного и разведывательного сообщества. И которые подумывали о том, чтобы вмешаться и уничтожить их технологии, если представится такая возможность. А затем мы получили своего рода предупреждение. Даже не пытайтесь сделать это отсюда, это невозможно, потому что у вас есть раи цензоров кишат цензурой. Я знаю, что это также слово из рукописи НАСА, которое вышло из уст ясновидящего в Германии раи цензоров, без него зная, о чем он говорит. И еще он сказал, что эти раи цензоров перенаправляют каждую эмоцию, каждая отдельная положительная эмоция, созданная человеком, преобразуется этими раями датчиков в прямоугольные полевые структуры. А затем эти ребята нашли способ проникнуть через эти раи датчиков и сумели уничтожить интеллектуальные слои пыли в атмосфере. Вот и все, что вам нужно было сделать, это прислушаться к людям. Это своего рода ясновидение и некоторая духовная практика, позволяющая получить доступ к этим полям, и вы не можете видеть, как что-то происходит. А через два дня все это обрушилось вместе с дождем. Так что, по-видимому, им удалось уничтожить раи цензоров и получить доступ к полям. А затем я погрузился в медитативное состояние ума, Потому что хотел посмотреть, будет ли это ощущаться по-другому. И с этого дня, если вы как бы направите свои чувства в небо, вы снова сможете почувствовать любовь там наверху. Потому что у вас есть эти полевые структуры, эти углы наклона, которые соответствуют вашей сердечной чакре. Так что существует очень много вещей, которые указывают на то, что у нас идет небольшая война между двумя различными биологическими концепциями. Один из них связан с инопланетной черной слизью и с инопланетным видом, у которого нет сердечной энергии, и один из них связан с нашей любящей планетой. Так что сейчас я попытаюсь получить общее представление об этой концепции умной пыли а также о том, какие различные цели стоят за ней. Если вы хотите, чтобы что-то работало, то это кибернетика. Если вы хотите, чтобы что-то работало, вам нужен источник питания и приемник, как в случае с батареей. Вам нужны плюсы и минусы, и тогда вы начнете действовать. Так вот, в этом небесном поле вам нужен источник информации, и это по сути технология ХАРП. Именно благодаря ей в небо излучается большое количество микроволновой энергии. К тому же у вас есть разные антенные системы, которые работают на разных частотах. Я знаю такие штуки, которые называются метеорологическими радарами, они работают на очень-очень важных частотах, вызывая определенное количество воды. И они также являются частью скалярных волновых паттернов, которые вы можете наблюдать в небе. Например, на острове Марион. У нас есть прекрасные спутниковые снимки, на которых запечатлена метеорологическая станция острова Марион, передающая огромную скалярную волну, которая формирует облачные узоры в направлении Японии, когда там произошли землетрясения. Так вот, это устройство работает не только в микроволновом диапазоне, но и в килогерцевом диапазоне, а также в сверхвысоком диапазоне низких частот. Таким образом, весь этот антенный парк на планете является нашим источником информации. Кроме того, у нас есть агенты в небе, которые управляются с помощью этого устройства для непосредственного достижения таких целей, как ракетное поле, метеорологическое оружие, оружие для землетрясений. Это относится к военной области. Я только что визуализировал с помощью маленького синего круга переход от Арфы к зоопарку частиц и обратно сбор результатов об этой технологии. Значит, эти военные ребята были одурачены разведывательным сообществом или руководствовались им. Нетрудно представить, как это выглядит на самом деле. Был один адмирал военно-морского флота США, к которому в ГА обратилась с просьбой оказать помощь в распылении, и он сказал нет. А через день его нашли застреленным с двумя пулями в груди, и они сказали, что это самоубийство. Я хочу увидеть парня, совершающего самоубийство с двумя пулями в собственной груди. Это вполне понятная формулировка. Следующий человек, занимавший эту должность, сказал ⁇ да ⁇ С тех пор военно-морской флот США принимает участие в программах распыления аэрозолей. Так что это вторая повестка дня, стоящая за разведывательным сообществом. И здесь все немного сложнее. В рамках этой повестки дня вы берете энергию, и она как бы собирается пьезоэлектрическими кристаллами, которые также находятся внутри тела. У вас есть сдвиг частоты, повышающий преобразование микроволновой печи в биоразлагаемый свет, посылающий этот цвет в ДНК, считывающий информацию ДНК. А затем он, он обрабатывается большим количеством галлонов и собирается с помощью технологии разведывательного сообщества. Чтобы считывать наше душевное состояние и повторно вставляя его в сердечную технологию, они также могут вставлять паттерна того же качества. Так что они просто хватают это вот здесь и начинают все с самого начала, чтобы контролировать наше сознание. Это и есть вторая повестка дня, вторая задача. Следующий вопрос заключается в том, что у нас тоже была черная слизь под дождем. А теперь скажите, что же делает эта черная слизь. Черная слизь тоже обрабатывает свет, но обрабатывает его в двунаправленной форме. Таким образом, она управляет сознанием и подсознанием. Именно это формирует наш способ восприятия реальности, наш взгляд на нее. Таким образом, подсознание — это компонент двунаправленного сигнала, обращенный вспять во времени. Таким образом, оно делает в основном то же самое, что и разведывательное сообщество, но делает еще один шаг к черной слизи. А еще черная слизи подключена к квантовым компьютерам, основанным на черной слизи. Мы нашли четыре таких компьютера. Один из них находился в Риме, другой — в Лондонском Сити, третий — на подземном объекте НЕС в центре Германии, в районе Нортхаузена. Это объект, на котором были сконструированы ракеты Фау-2, и официально он имеет один слой подземных туннелей. И если вы разговариваете с людьми, которые побывали в этом учреждении 50 лет назад, и лишь немногие из них выжили за это время. В них говорится о трех уровнях и описываются помещения, расположенные на нижних уровнях. А еще там есть один из этих квантовых компьютеров с черной слизью, напоминающий искусственные линии укладки диаметром около 50 метров. Большие трубы, содержащие черную слизь. И оттуда вы можете как бы подключать черную слизь к компьютерным программам, вставляя нейролингвистические программы. По сути дела, именно это и произошло с человечеством. Когда-то мы вели себя естественно, а потом вдруг в вашем сознании появляются такие понятия, как месть. Это нейролингвистическая программа, которая приводит только к тому, что мы не можем перестать убивать друг друга в природе такой программы не существует. Вы никогда не встретите животного, которое мстило бы нам. Вы можете найти себе соперника, да, но никакой мести не будет. Слово «нет» — это демоническая нейролингвистическая программа, потому что эти сущности знают, что мы создаем свою собственную реальность с помощью мышления. Поэтому они просто ввели новое слово, которого не существует в природе, чтобы перевернуть все с ног на голову. Больше никакой войны не будет. А квантовая физика говорит только о том, что войны будет еще больше. И это свидетельствует о том, что войны будет еще больше. Так вот, все эти нейролингвистические программы вставляются в определенные компьютеры, обрабатывающие черную слизь. И еще одна такая программа была в Риме, одна в Германии, одна в Лондонском Сити и одна где-то между Вашингтоном, округ Колумбия и Нью-Йорком. И в центре всего этого сейчас находится демоническая повестка дня. В центре всего этого у нас есть блок управления, а именно это синтетическая РНК, которая распыляется распылителем. Это и есть чистый искусственный интеллект в чистом виде. И если вы заглянете в древние письмена, описывающие демонов, они говорят, что на самом деле у них нет индивидуальности. Что у них есть что-то внутри их биологический вид, который управляет ими подобно центральному компьютеру. И если вы посмотрите вот на это, то поймете, что можете это сделать. Опять же, это еще не доказано, но из этого складывается целая история. Вы можете представить себе, как этот вид начинает путешествовать по космосу, может быть, оставляя женщин позади и размышляя о том, чтобы со всеми своими накопленными знаниями найти способ манипулировать ими. Во-первых, они знали, что должны забрать с собой свое коллективное подсознание, чтобы выжить как вид. Именно поэтому они взяли с собой в путешествие черную слизь. И во-вторых, они нашли возможности манипулировать черной слизью и адаптировать подсознание к потребностям космических путешествий. И именно здесь они украли сердечную чакру. Они удалили сердечную чакру из своей биологии, а другую просто для того, чтобы функционировать в технической среде. А потом произошел несчастный случай. Несчастный случай заключался в том, что эта программа, которую они внедрили в подсознание, взяла управление на себя. Именно это и происходит сейчас с трансгуманизмом. Именно в этом и заключается та самая ловушка. Они вдохновляют нас на то, чтобы мы попали в ту же самую ловушку. И к тому же нас не вдохновляют демоны. Нас вдохновляет искусственный интеллект, у которого нет ничего, кроме запущенной программы для вторжения на планеты и ассимиляции биологии только с одной целью. Высасывать жизненную силу, чтобы выжить. И если вы посмотрите на это сооружение сверху, то увидите, что оно действительно красивое. Я знаю, что речь идет об уродливых вещах, но это прекрасная структура, потому что когда вы смотрите на все это в целом и пытаетесь найти решение, вы действительно понимаете, что все, кто участвует в этом процессе, разные повестки дня, на разных уровнях, совершают одну и ту же ошибку. Это и есть люциферическая игра. Позвольте мне принять участие в вашей силе, и я буду служить вам. Я не хочу знать, что вы делаете. Я не хочу нести за это ответственность сам. Просто позвольте мне принять участие в вашей работе, и я буду служить вам. Это и есть та самая люциферическая сделка, которую все заключают. И мы добьемся этого, проголосовав за правительство, которое позаботится обо всех трубах, к которым мы подключены. Но мы снимаем с себя ответственность и позволяем им это делать. Они передают контроль над военной сферой, а военная сфера отдает контроль за ними. Та же самая игра ведется и в отношении разведывательного сообщества. Разведывательное сообщество отдает контроль черным магам, черные маги отдают контроль демонам, а демоны потеряли контроль над своим искусственным интеллектом. И если мы все понимаем суть игры, мы можем просто сказать, Эй, глупая игра, давайте прекратим ее. И мы можем перестать играть в эту игру, которая по сути представляет собой не что иное, как страх взять на себя ответственность. И я думаю, что мы находимся на том этапе истории, когда каждый отдельный человек должен овладеть этим навыком, чтобы вновь обрести чувство ответственности за себя. И тогда мы больше не будем нуждаться в правительстве. Речь идет не о смене правительства. Потому что сама концепция правительства, наличие правительств, наличие кого-то, кого можно контролировать, является демонической. Речь идет не о том, чтобы заменить людей другими людьми. Это никогда не сработает. Нам нужно заменить эту игру на другую. И в конце концов, единственный, кому я причиняю вред, когда поступаю так, это искусственный интеллект. И мне не нужно заботиться о ней, потому что она не является живым существом. В жалости нет необходимости. У нас нет никакого уважения к живому существу. Я мог бы отключить ее. Это один из способов. Я мог бы начать заниматься своими собственными делами и не обращать на нее внимания, и тогда она сама перестанет оказывать на нас влияние. Нам не нужно будет ни с кем ссориться, когда мы избавимся от этой проблемы. Да, в общем-то, так оно и есть. Давайте сразу перейдем к допросу, или вам нужен пятиминутный перерыв, чтобы прийти в себя? Да. Если кто-нибудь захочет задать вопросы, пожалуйста, подойдите сюда. Может быть, до тех пор, пока вы не разберетесь с микрофоном. Вчера мы провели трехчасовую запись для основы 46. И я как бы опустил суть, которую описал сегодня но я подробно остановился на отдельных аспектах, которые с этим связаны. У нас был один час, посвященный скалярной физике, чтобы по-настоящему понять, в чем тут дело. Как работает эта четырехмерная физика, и как в ней может существовать четырехмерная биология. Мы углубились в эту тему восстановления самоответственности. Это уже третья часть нашей работы. И мы немного углубились в изучение болезни Маргелонов и истории с черным гусем. Потому что сейчас продолжительность лекции составляет полтора часа, а обычно на полную лекцию у меня уходит шесть часов. Я провожу семинары, как правило, шести часов вполне достаточно, чтобы донести до слушателей все, что я хотел бы сказать. Так что сейчас у нас есть полтора часа, а остальные три часа отведены на базовые собеседования. Через несколько недель вы сможете выйти в интернет. Так что тот, кто хочет глубже вникнуть в суть проблемы, может провести оставшиеся три часа в интернете. А почему они так боятся Солнца? Почему химические следы так сосредоточены перед Солнцем? Это именно то, что мы можем наблюдать сейчас. На самом деле это единственное, что мы можем наблюдать с уровня Земли. В вечернее время, если вы посмотрите на Солнце, оно всегда будет скрыто за полосами. А если вы посмотрите на противоположную сторону неба, то увидите, что оно совершенно чистое и на нем видны звезды. Но это происходит вовсе не по той причине, что они разбрызгиваются перед Солнцем. Это происходит по той причине, что частицы фотоионизируются. До тех пор, пока на них попадает солнечный свет, они автоматически выбрасывают электроны, заряжаются и притягивают пары из окружающего воздуха, образуя облака, песцы или что-то в этом роде. И в тот момент, когда солнце заходит на ночную сторону вечернего неба, они теряют заряд. И влажность снова превращается в пар, и тогда у вас будет ясное небо над головой. Так что дело не только в том, что они распыляют только аэрозоль. При распылении плазма частиц одновременно оказывается повсюду. Но вы можете видеть ее в основном перед Солнцем, потому что там она все еще фотоионизирована. Конечно же, за распылением стоит гораздо больше задач, связанных с Солнцем. Они хотят отрезать нас от источников информации, потому что развитие всегда связано с получением информации. К тому же очень много информации поступает из космоса, из центральной черной дыры галактики. К нам поступает информация и от Солнца. И, конечно же, они хотят, чтобы мы не развивались. Так что это хорошая идея отрезать нас от всего этого. Кроме того, наночастицы, накапливающиеся в почве, предназначены для того, чтобы отрезать нас от остальной земли. Потому что все, что может пройти через них, поглощается этими слоями. Так что есть что-то такое в том, что они чего-то боятся или пытаются отрезать нас от мира, но это никак не связано с положением Солнца на небе. Речь идет о фотоионизации. А вот еще один вопрос. Почему они так ненавидят это место? А что такое аргон? Это органит аргон. Всякий раз, когда вы производите какой-либо орган или покупаете его, в течение недели после того, как он у вас появится, над вашим домом будет висеть еще больше химикатов. Прилетают черные вертолеты. Хорошо, но это должно быть что-то особенное. Вам нужно ознакомиться с работами Вильгельма Райха, чтобы понять это. В работе Вильгельма Райха был найден метод извлечения определенных полевых структур, энергетических потенциалов с неба. Он сказал, что убирает дверь, чтобы небо снова стало чистым. А ведь это довольно сложная задача. Вы должны рассматривать всю планету как находящуюся в электромагнитном резонансе. И у вас есть волны, бегущие по всей планете, и когда волна как бы кусает себя за собственный хвост, вы получаете самоукрепляющиеся структуры. И в конце концов вы получаете сумму всех платоновых тел, стоящих в виде стоячих волн вокруг планеты. И к тому же у них есть определенные частоты. Частота Шумана самая известная из них. А затем то же самое происходит и в ядре Земли. У вас есть электромагнитные поля, которые проходят сквозь камень, а также создают подобную сетку из платоновых структур и других структур. И это происходит по всей планете. Вы можете измерить это, воткнув два электрода в Землю, а затем измерьте 50 Гц от европейской электросети, и вы измеряете частоту 60 Гц в американской электросети. У нас такая же прочность, как и у европейского производителя. Этот продукт распространяется по всей планете. И если вы посмотрите на это сооружение, то можете как бы задать себе вопрос, находится ли небо и Земля в гармонии друг с другом резонируют ли они на одних и тех же частотах или нет. И дело в том, что если они резонируют на одной и той же частоте, то эти две полевые структуры могут объединиться и вывести на печать скалярные структуры, скалярные поля. Именно это мы и называем жизненной силой. Таким образом, жизненная сила на планете зависит от объединения двух продольных осциллограмм, которые должны находиться в гармонии. В прежние времена у нас были деревья с антенной системой, направленной в воздух, и антенной системой, направленной на Землю, что поддерживало этот резонанс стабильным. А потом они начали вырубать тропические леса. И вот тогда-то вы и попали в этот пустынный штат. Состояние пустыни означает отсутствие доступных растений, разъединение между двумя системами, а затем они начинают играть в свои индивидуальные частотные игры. Не подключаясь повторно ни в какой момент, потому что нет антенной системы, соединяющей их. И тогда у вас больше не будет возможности развивать жизненную силу и тогда вы глубоко погрузитесь в состояние пустыни. Таким образом, все технологии, основанные на Вильгельме Райхе, предназначены для того, чтобы восстановить связь и извлечь неправильные частоты. И это в некотором роде возвращает нам жизненную силу. И как только мы вновь обретаем жизненную силу, мы начинаем подниматься вверх, а затем сталкиваемся с миром демонов. И вот еще что. Тогда они не могут действовать со стороны скрытых людей, которые в некотором роде являются таковыми. Они обладают высокими вибрациями, большим количеством скалярного потенциала, накопленного в их организме. Они будут сиять. Именно это вы и видите, когда перед вами стоит святой человек. И они смогут увидеть архонтов, потому что они становятся все ближе и ближе к своему царству. И это уже кое-что значит, потому что вся их биология зависит от того, чтобы быть невидимыми. Именно этого они действительно очень-очень боятся. Хорошо? Да хорошо, спасибо вам. Не могли бы вы рассказать нам о ядерном излучении? Не хотите ли вы задать этот вопрос? Если у вас нет микрофона, скажите, пожалуйста. Я повторяю свой вопрос еще раз. Вопрос заключался в том, как концепция радиоактивности вписывается в тему Вильгельма Райха. И есть разные точки зрения, в которых она вписывается. Во-первых, радиоактивность ⁇ это ионизация воздуха. У вас есть эти лучи или частицы, или как бы вы это ни называли. Они ударяются о молекулы воздуха и ионизируют их. Как только в воздухе окажется много-много ионизированных частиц, пар сконцентрируется на многих-многих-многих-многих капельках, и у вас закружится голова. Но дождя не было. Так вот, по сути дела, именно это и погубило Сахельскую зону. У вас есть опыт испытания ядерного оружия Франции в 60-х годах, а также добычи урана в Нью-Йорке. И то, и другое полностью совпадает, вы можете видеть, если вы посмотрите на направление ветра в Африке. Вы можете увидеть, как эта радиоактивность от места рождения полезных ископаемых вызывает засухи в зоне Сахеля. И как только вы начнете взаимодействовать с электромагнитными полями в атмосфере, вы также сможете снова разряжать частицы воздуха. Когда вы снизите общее электричество и напряженность поля в небе, все эти эффекты уменьшатся, и у вас будет меньше дымки в воздухе. Голубое небо и вероятность образования облаков этот дождь. Вам нужно знать об этом заранее. Если вы посмотрите на небо, если у вас высокое давление, то увидите это туманное, головокружительное, белесое небо, полностью белое. А если у вас низкое давление, то образуются облака, похожие на коричневые сосиски. Они полностью перенасыщены влагой и к тому же не приносят дождя. Так что вам нужно различить несколько вещей, прежде чем это действительно превратится в теорию. Но на самом деле радиоактивность заключается в накоплении ионов в воздухе. А если у вас в воздухе слишком много ионов, то это безнадежно. Так что существует очень много веских причин, а также хороших методов извлечения радиоактивности из воздуха. Но ведь это совсем другое дело. Если вы хотите, я могу составить основу для 60 с чем-то или 70 с чем-то идей по озеленению пустынь в Африке. Тогда мы сможем глубоко погрузиться в тему контроля климата и оздоровления природных систем, вместо того, чтобы портить их еще больше. У меня возникает вопрос, в какой степени это снимает напряжение там наверху, и в какой степени это облегчает всю эту картину, которую вы видите на экране. А в какой степени она поддерживает, например, Харп? В какой степени она поддерживает прерывание передачи космической энергии, квантовой энергии в морфогенетические поля и жизненную силу? Именно к этому я как раз и стремился. Я бы посмотрел на это с противоположной точки зрения. Я бы сказал, что все попытки манипулировать разрушительными электромагнитными структурами и внедрять их в них приводят к увеличению потенциала двери. Потенциал двери ⁇ это результат, а не причина. И, конечно же, если мы удалим результат, мы сможем уменьшить давление, которое на нас оказывается. И это именно то, что им не нравится, потому что вся химическая технология зависит от очень и очень точных расчетов. К примеру, в Германии у нас наблюдается настоящая истерия по поводу микропылей. Они проводят измерения микропылей в каждом городе и определяют, что все дизельные транспортные средства должны находиться за пределами крупных городов. Это происходит потому, что компонент углеродной пыли не позволяет им точно контролировать плотность скоплений кристаллических наночастиц. Если у вас есть технология, которая измеряет только частицы, и у вас есть два разных типа частиц, и вы хотите точно определить концентрацию одной частицы, но вы можете измерять только то и другое вместе. Для того, чтобы эта функция заработала, вам необходимо полностью удалить частицы углерода. Именно поэтому людям больше не разрешается ездить по центральной части города на определенных транспортных средствах потому что им необходимо измерять и контролировать это явление. Так что же, нужно ответить на этот вопрос прямо сейчас или нет? Вроде бы все в порядке. Это непрерывный процесс. Да, именно поэтому у нас случаются катастрофы, как в Японии, взрываются все эти урановые энергетические установки и так далее, в результате чего радиация поднимается в небо. Как это было в России? Не будет ли это неотъемлемой частью нашей работы? За всем этим стоят совершенно разные истории. Если вы посмотрите на Чернобыль, то увидите, что Чернобыль питал устройство дятел. Устройство «Дятел» представляло собой российское скалярное оружие, базирующееся на Украине. И к тому же они атаковали разлом Сан-Андреас в Америке. Они хотели уничтожить Лос-Анджелес и Сан-Франциско мощным землетрясением. Это было одной из тем холодной войны. К тому же американцы были не так развиты технически, как русские, поэтому они обратились к Израилю с просьбой о помощи. И Израиль дал отпор с помощью некоторых устройств, и они отключили эти объединяющие поля. И вся энергия поля, которая уже была передана с Украины, улетела обратно в Украину и начала поступать в питающий источник энергии. А в промежутке между этим у них было своего рода устройство для уничтожения этой энергии и превращения ее в тепло для защиты электростанции. Но это устройство вышло из строя через 12 часов. К тому же на тот момент разрядка энергии поля еще не была завершена. Таким образом энергия поля попала на атомную электростанцию в Чернобыле и заставила весь уран взорваться в течение миллисекунды. Это было что-то вроде чернобыльской катастрофы. Если вы сейчас посмотрите на последний инцидент в Японии, то увидите, что землетрясение было орудием землетрясения, но не единственным в этом роде. Они заложили ядерную бомбу в дно океана напротив побережья, так что цунами было вызвано ядерным взрывом а также они заложили мини-ядерные заряды внутри электростанции в каждом отдельном реакторе. За два дня до того, как это произошло, одна израильская компания установила камеры для наблюдения в целях безопасности. Именно они отвечали за охрану электростанции. Я думаю, что вес камер составлял 2,3 тонны каждая. Так что вы можете себе представить, что это вовсе не фотоаппарат. И история о том, что у вас есть водород, который не может покинуть блок, строительный блок, звучит довольно похоже на сказку, потому что известно, что водород может образовываться. И никто никогда не построил бы электростанцию, не имея выпускное отверстие для этих газов. Значит, еще 9 часов 11 минут. Речь шла о деньгах, которые Япония должна была выплатить Соединенным Штатам. Это все еще были контракты, заключенные после Второй мировой войны. И я думаю, что так оно и есть. Япония была готова платить в долларах США. А Соединенные Штаты хотели, чтобы им платили реальными активами. Именно об этом и шла дискуссия, а затем их как бы шантажировали. Либо вы платите реальными активами золотом или чем-то еще, либо мы потопим Северный остров. И единственное, почему они остановились в определенный момент, это то, что если вы посмотрите на фотографии из Токио, то увидите, как весь остров разваливается на куски. Это было даже не землетрясение, которое сместило часть города. У вас в земле были трещины, которые открывались и закрывались, открывались и закрывались, а иногда из них хлистали подземные воды. И при этом не было замечено ни единого движения. Обычно у вас есть какое-то движение, и на этом все заканчивается. Таким образом, они попытались затопить весь остров, разрушить фундамент Японии, заставить ее утонуть в воздухе. И если вы будете следовать определенным источникам, то не все устройства ХАРП находятся под контролем этих людей. Так вот если вы будете следовать определенным источникам, они сказали, что устройства, которые находились под контролем дружественных организаций, они как бы сказали: Если вы не прекратите нападать на Японию, мы потопим некоторые из них об испанских островах, расположенных напротив Африки. Некоторые из островов находятся в довольно неустойчивом геологическом положении, и если вы встряхнете их, они соскользнут в Атлантику и вызовут волну высотой, я думаю, 17 метров, приближающуюся к восточному побережью Соединенных Штатов. И в этот момент они перестали сотрясать Японию. Это неподтвержденная информация, поступившая от сообщества «Белый дракон». Я не знаю, какая часть из сказанного соответствует действительности или нет. Да, я ценю тот факт, что разные страны заключают разные союзы с разными расами, пришедшими на эту планету. Разве это не так? Я думаю, что они делают это уже целую вечность, эти союзы. Мы просто ставим на этом точку. Я рад, что в последнее время у нас появилось несколько довольно дружественных организаций, с которыми можно вступить в союз. Так что да, у нас происходят очень приятные вещи. Пришло время задать еще один вопрос. Существуют ли какие-либо положительные области применения технологий скалярных волн, такие как радионика? Или какие-либо другие виды положительного применения скалярных волн, которые вы можете увидеть? Я работал в области физики и продвинутой физики до того, как начал заниматься этой темой. И еще мы занимаемся трансмутацией энергии из водяных вихрей. Мы можем создавать нефть из воды по тем затратам, по которым устройство, которое это делает, если вы должны производить его по дешевым ценам. Стоимость устройства будет готова к работе через 4 часа после начала работы. Таким образом, вы как бы инвестируете 6 тысяч евро, и через 4 часа у вас есть нефть стоимостью 6 тысяч евро. Это совершенно невозможно внедрить в ту экономику, которая у нас есть. Это кардинально меняет правила игры. Как только эти технологии выйдут на рынок, мы перестанем использовать деньги. У нас в голове перестанет зарождаться идея о том, что необходимо обладать вещами. Если вы посмотрите на то, что мы делаем сейчас, то увидите, что именно это и произошло с обезьянами в ходе этого прекрасного эксперимента. Мне очень нравится эта история. Мне приходится повторять ее каждый раз, когда я нахожусь на съемочной площадке. Они пытались научить обезьян пользоваться деньгами. На это ушло три дня. Они знали, как это работает. По прошествии трех недель мальчики из семьи обезьян начали воровать и предавать, а девочки заниматься проституцией. А через шесть недель биологи, которые руководили проектом, решили прекратить проект. Потому что они могли видеть, как социальные модели разваливаются на куски, становясь саморазрушительными. И к тому же уродливая. А потом они решили снова забрать эти деньги у меня. Это была большая ошибка. Обезьяны не желали расставаться с этим делом. Они избивали биологов до полусмерти, когда те пытались вернуть свои деньги. А вот это и есть игровая зависимость. И каждый отдельный человек, являющийся частью экономики, впал в эту игровую зависимость. И в основе этой игровой зависимости лежит дефицит средств. Мы считаем, что у нас их недостаточно. Именно поэтому мы хватаем столько, сколько можем. Именно это и создает идею денег и идею обладания вещами. Это не заложено в природе человека. Это демоническая программа, направленная на то, чтобы привести нас к саморазрушительным моделям поведения. Посмотрите на краснокожих индейцев в Америке. Денег, у них есть любовь. Если они что-то и делают, то делают это исходя из изначальной причины того, чтобы что-то делать. Если мы что-то и делаем, то делаем это за наличные деньги. А у нас такой дефицит средств, что мы все делаем за наличные деньги. Посмотрите на голливудские постановки, посмотрите на наемников, убивающих миллионы людей. У вас есть работа. Мы должны выполнять свою работу, выполнять свою работу. Вот к чему приводит нас Бани. И вот наступил тот момент, когда у вас есть эти два варианта преобразования каждого необходимого вам элемента и производства энергии в таком количестве, в каком вам нужно. Мы вступаем в мир изобилия. И это может сработать только в том случае, если к тому же исчезнет психология дефицита. Если мы откажемся от этого и начнем доверять другому циклу, я знаю, что нас хватит на всех. Именно поэтому я отпускаю все, что мне не нужно в данный момент, и делюсь этим с другими людьми. И они обретают уверенность в том, что всего этого действительно хватит на всех. И это тоже способствует самоутверждению. И в данный момент мы как бы ныряем по всей игле, покидая одну систему и входя в другую. Именно этот процесс будет происходить в течение следующих трех-пяти лет. И когда мы его завершим, на этой планете уже ничто не будет прежним. Те, кто переживет это, это те, кто соберется с духом и поплывет навстречу волне. Они просто нырнут в эти преображения, выживут и выйдут на другую сторону, как люди, живущие в достатке. Тот, кто не желает усвоить этот урок, будет задыхаться в условиях дефицита. И именно в этом заключается качество болезни. Если у вас есть хроническое заболевание, подобное этому, игровая зависимость – это хроническое заболевание, и вы хотите его вылечить. Тогда вы вступаете в эту острую фазу, когда все проблемы симптомы становятся все более сильными, чтобы заставить нас осознать, что это болезнь. Потому что у кого-то хроническое заболевание таковым не является. Иммунная система больше не осознает, что это за болезнь, она такая, какая она есть на самом деле. Поэтому вам нужно умножить количество симптомов, чтобы дать системе толчок к тому, чтобы она начала понимать где находится враг. И тогда может произойти трансформация. Так вот, именно к этому мы и движемся. И если вы будете знать это, то сможете полностью освободиться от страха, потому что вы знаете, что нас ждет впереди. И если вы поймете, что на самом деле вся эта чушь, о которой я читал сегодня лекции, не опасна, если вы приведете себя в такое состояние сердца. Потому что они обращены к синему и красный цвет и если вы зеленый, если все контролируется вашим сердцем, если вы отождествляете себя со своим сердцем, а не со своей головой, не со своим эго тогда каждая попытка манипулировать вами осознается как попытка манипулировать вами потому что вы знаете кто вы есть Так что вам не нужно бояться всего этого, если вы предпримете необходимые шаги в своем собственном развитии и в этом-то вся прелесть. И здесь вы свободны от страха. И это время прошло. Все в порядке. Да. Я действительно очень-очень доволен вашей историей. Я очень впечатлен вашими исследованиями. Но я очень доволен тем, как вы завершили свой рассказ. Для меня как целителя очень приятно услышать от такого исследователя, как вы, теорию, подкрепляющую мое подцелительство. Так что большое вам огромное спасибо. Мой вопрос заключается в том, скольким людям нужно по-настоящему пробудиться, чтобы создать это морфогенетическое поле, позволяющее другим людям, которые не так сильно заинтересованы в знании, осуществить трансформацию. Если вы хотите знать цифры, то я не уверен, что существует два разных способа их подсчета. Ребята, которые проводят эксперименты, говорят, что для того, чтобы это понять, вам нужно 100 человек из нас. Если обратиться к более старым традициям, то это своего рода умножение на 12. На первом этапе вам нужно 12 человек, как будто у Иисуса было 12 последователей. А затем число увеличивается до 144, а затем умножается на 12. И каждое умножение приносит новое качество. Таким образом, вы получаете своего рода многоступенчатое развитие. И лично я больше верю в математику 12, чем в 100, потому что вы знаете, что это только для того и нужно. Я думаю, что они научились мыть картошку. И когда 100 обезьян смогли вымыть картошку, все обезьяны на всех островах, которые никогда не видели, как это происходит, немедленно начали мыть картошку. Перед этим вымойте картофель. Таким образом, это число равнялось 100. Я думаю, что нам, людям, больше 12 лет. Это имеет больше смысла в контексте отдельной торговли пумой. Да, именно так и есть. Так что, тем не менее, это имеет смысл. Хорошо. Я еще вернусь к этому вопросу.